В преддверии Дня первого президента компании «Казмунайгаз» и «Казтрансгаз» ввели в эксплуатацию сразу три высокотехнологичные компрессорные станции, расположенные на юге страны. С их запуском завершается формирование трансазиатского газопровода, который объединяет Казахстан, Китай, Туркмению и Узбекистан. Алматы, Жамбыл, Кызылорда. Последнее приготовление, и вот он, тот самый момент, когда с нажатием заветной кнопки произведен онлайн-запуск последнего звена трансазиатского газопровода. Казахстан. Магистральный газопровод «Казахстан-Китай» – самый крупный газотранспортный проект в истории Казахстана. Протяженность каждой из его трех ниток А, Б и С – 1310 километров. С момента запуска по ним транспортировано свыше 250 миллиардов кубометров газа. Вот в эксплуатацию современных компрессорных станций позволит нам эффективно использовать наш транзитный экспортный потенциал, диверсифицировать экспортные и транзитные маршруты транспортировки газа. Введенные в строй компрессорные станции решают важные стратегические задачи, дают возможность стабильно обеспечивать газом юг страны и в последующем увеличить его экспортные поставки в Китай, говорят профессионалы. Бенюбазой газопровод, он вообще рассчитан был на 10 миллиардов кубов. Благодаря этим трем компрессорам мы увеличиваем мощность до 15 миллиардов кубов. Это бесперебойное обеспечение нашего юга газом и экспортные поставки в Китай. Поэтому Казахстан все обязательства по транзиту будет выполнять. Мы еще включили две компрессорные станции на азиатском газопроводе, которые увеличивают пропускную способность до 55 миллиардов транзита газа в Китай. Поэтому в этом направлении очень много было сделано. Это рабочие места, это доходы для компании, для государства, налоги и все социальные блага. Одна из трех новых компрессорных станций «Арал». Возвели его за рекордно короткие сроки, всего за 7 месяцев. Объект оснащен системой СКАДА, которая обеспечит безопасность транспортировки газа по всему маршруту. Для маленького сельского округа Саксаульск в Аральском районе это не просто новое производство и рабочие места. Это залог будущей стабильности и процветания. Накануне этих праздников для нас, казахстанцев, работники акционерного общества «Казтрансгаз» сделали вот такой прекрасный подарок. Здесь в степи сила энергии степи превратилась непосредственно на энергию, которая созидает сегодня новое производство, улучшает жизнь, социальные стандарты жизни жителей Приорали. Вслед за компрессорной станцией «Арал» регион готовится к запуску другой «Корхатата». А накануне Дня независимости на третий «Караузек» возьмет старт строительство магистрального газопровода «Сарыарка», который доставит желанное голубое топливо в столицу Казахстана – Астану. Райхан Ташбаева, Альхайдар Турлыханов, Кызылординская область, Хабар-24.